Меня смотрим. Еще раз. Фотосессия услуги визажиста в библиотеке провели чествование супружеских пар в новом формате. Лариса и Валентин Медведевы вместе уже 57 лет. Глаза светятся любовью. Она смотрит на него, как тогда, в их первую встречу на танцплощадке. Он был очень скромный, застенчивый. Он был лейтенант военно-морского флота. Ну, девчонку молодую, конечно, форма поразила сразу, сразила наповал. Ну, а так, в общем, ну, как сказать, я не знаю, судьба так сложилась, что мы на всю жизнь остались вместе. Познакомились у нас в институте, когда я была на 5-м курсе уже в мединституте. История знакомства Нины и Якова чем-то схожа. Молодые люди встретились на танцах, познакомились, а через год сыграли свадьбу. Чтобы увидеть любимую, Яков вставал на лыжи и преодолевал по 15 километров в холод и стужу. Мороз 40 градусов, он на лыжах замерзал, но ездил в то время, какие сугробы были. Вот. А через год мы поженились, и он меня привез в Москву. Для этих пар главное в жизни богатство – семья, дети, внуки, правнуки. Своими секретами семейного счастья супруги поделились с главой округа и писательницей Оксаной Робски. Кстати, автор в этот день приготовила для них подарок – книгу про любовь. Все меняется, жизнь меняется, меняются ценности, меняются взгляды, отношения к жизни. Но семья была, есть и будет для человека самым главным. Поэтому ваши истории заходят и живут уже в поколение. И будут жить, я уверен, всегда. Каждой паре вручили сертификаты на посещение салона красоты. Такие встречи станут регулярными, ведь этим супружеским парам есть чем поделиться и о чем рассказать. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».